Всем привет! Сегодня у Ливсика большой праздник, да и не только у Ливсика. У всех остальных птичек тоже. Да, Ливсик, тебе сегодня гостинцы и корм, да? Вот к нам пришел Ливсику корм. В этот раз я взяла с арахисом, потому что с арахисом у нас, арахиса у него давно не было. А Аркаше повезло меньше, потому что Аркашиного корма не было, поэтому нам дали два таких вот престиж. Мы еще не пробовали, один я вскрыла, но мы еще его не ели. Но как-нибудь до следующей поставки уж доживем. Да, Аркашенька? Да, Аркашенька. А еще нам сегодня гостинец передала Алис. О, Ливсик пришел. Залазь, залазь. Алисина одноклассница нам предоставила орешки. Да, Ливсик? Такие хорошие, целый пакет. Ой, Аркаша там заинтересовался. А что такое, Аркашенька? Раздают всем, а тебе нет? Кошмар? Что, Ливсик? Вон Томочка сидит. Смотри, Ливсик. Да? Иди ко мне. Иди сюда. Вот ты молодец. На, скажи Арине спасибо. И ее родителям. Спасибо, да. Будем очень благодарны. Так что у Ливсика сегодня большой-большой праздник и у остальных птичек. Ой, Ливсику нравится. Он доволен и рад. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!